Петунии очень даже хорошенькие приехали. Смотри, высокие какие уже череночки. В отличие от калибраху. Замечательно. Замечательно, отлично. Раз, два, три, четыре сорта здесь пока. Четыре сорта на полете. Ну, самое популярное, то, что мы с тобой выбирали только для себя. А это мятка. Чувствуешь, как пахнет? Коробку раскрыли, такой хорошо приятный запах. Прям свежий такой. Марокканская. И шоколадная. Так, ну смотри, здесь сложный составной у нас такой палет пришел. Вот это у нас с ярко-желтой листвой, это душица или орегано. А вот это тоже желтеньким каемочками, это тимьян или чабрец. Очень вкусная травка для чая, и одна, и вторая. Он лимонный? Лимонный, да, он прям так называется, лимон. Так, ну вот еще одна классная косичка. Смотри, бальзамичики. Вот это вот лавандовый цвет у нас, бальзамичик густомахровый, невысокий. Отлично цветет, как вы видите, уже с детства с удовольствием будет у вас цвести. Ольшанпель. Да, и мятка рядом стоит. А это бидонс, посмотрите, уже цветет. Цвести он будет все лето до поздних-поздних морозов, практически конец октября. Ампельная свешивается вниз очень хорошо. Вот у нас есть белый, и тут чуть-чуть зацветает уже оранжевый двухцветный. С кончики у него будут более темные. Очень легкое, приятное для подвесного кашпо растение. Цветун. Цветун? Замечательно. Цветун. Одно слово.